Всем привет! С вами канал Bon Appetit, меня зовут Вика. Мы любим не только приглашать к себе гостей, но и сами ходить в гости. И сегодня нам необычайно повезло, поскольку мы оказались на кухне у Василия Емельяненко, бренд-шефа Garden Cafe. Добрый день! Добрый! Василий, расскажите, что мы сегодня будем интересного готовить? Во-первых, мы будем готовить десерт, во-вторых, это классический французский десерт, который называется шоколадный фондан. Единственное, что я его немножко модернизировал, ну, для того, чтобы для многих кто-то, ну, многие люди не любят его готовить, потому что он довольно сложный. Я решил упростить, и у нас будет не жидкий центр, а жидкость у нас будет сверху. Ого, звучит крайне заманчиво. Приступим? Да. Начинаем вот с чего. Я думаю, что вы мне поможете, конечно. Да, обязательно. Же, давайте делегировать полномочия. Нужно взбить яйца и 2 ложки сахара в этой емкости. До пышной пены? Неважно. Хорошо, Можно просто взбивать, да. Окей. Я в это время как раз должен растопить шоколад и сливочное масло. Шоколад растопился в нашей печи как надо. Смотри, идеально. И что теперь? Теперь я его размешиваю и буду вводить вот сюда, в эту смесь. А мне продолжать взбивать? А ты продолжаешь взбивать, потому что у тебя это получается великолепно. Так, стоп. Угу. Глядим, идеальная получилась текстура. Все правильно. Теперь, теперь дальше? Теперь я добавляю сухие ингредиенты. Начнем с какао. С какао нам нужно будет всего лишь 1 столовую ложку. Продолжаем мешать. Я добавляю еще сюда 2 столовые ложки муки. Это будет какая-то совсем шоколадная бомба. Шоколадная бомба, но мука имеет клейковину, поэтому без нее нам никак не обойтись. Угу. Хотя есть рецепты без муки, но в этом рецепте нам мука все-таки понадобится. И обязательно разрыхлитель, потому что он должен приподнять. Это же все-таки кексы. Окей. Он такой шелковый получается. Когда мы используем шоколад, всегда мне нравится работать с шоколадом, потому что он получается такой глянцевый, богатый по цвету, оттенкам. Сойдет? Я чуть-чуть больше, да, добавил разрыхлителя для того, чтобы сделать пышнее кекс. Так будет интереснее. Василий, у меня возник закономерный вопрос касательно ингредиентов, которые мы использовали. Насколько в подобного плана десертах есть поле для экспериментов и фантазий? Можно ли что-то добавить, убавить, что-то исключить, либо разукрасить сухофруктами, например? В выпечке всегда очень широкое поле для экспериментов. Например, у нас вся выпечка состоит из жидких и сухих ингредиентов. Так вот, жидкие ингредиенты мы можем заменять другими жидкими ингредиентами, а сухие совершенно, соответственно, сухими. Сухими. Сухими, да. Например, муку, мы часть муки пшеничной должны оставлять, потому что там есть клейковина. Но можно добавить, например, ореховую или овсяную. Можно добавить овсяную, можно добавить муку гречишную, можно добавить муку из орехов. Из орехов, соответственно, это может быть миндальная мука или мука фундука. Здорово. Из жидкостей мы можем добавить туда молоко. То есть заместить количество яиц, например, масла молоком. Угу. Мы можем добавить туда кефир и йогурт. Ну и, соответственно, что мы еще можем добавить? Вместо какао мы можем добавить молотый кофе, например. А вот, меня интересует вопрос. Если мы добавляем, например, орехи либо сухофрукты, насколько это утяжелит тесто? И нужно ли там добавить какую-то дополнительную порцию разрыхлителя или каким-то образом среагировать на новый ингредиент? Ну, во-первых, тяжелый. Да, во-первых, когда мы опускаем, отправляем в кекс сухофрукты или изюм, его нужно предварительно обвалять в муке, для того, чтобы он не утяжелял его. Вот когда он будет свободно двигаться, тогда у нас это не будет не так влиять на тесто, как без муки. Соответственно, любые сухофрукты пойдут в любые кексы вообще, потому что сухофрукт сам по себе дает очень хороший вкус. Что же мы сейчас делаем с заготовками? Мы их отправляем в микроволновую печь. Там есть специальный режим для выпекания.
возник вопрос по поводу подачи. Насколько я понимаю, такого плана десерты обычно сервируются с шариком мороженого, либо сливками, кремом. Что у нас сегодня будет? Я своими руками приготовил йогурт. Сейчас модно делать все своими руками. Как раз на этой печке есть специальный режим для приготовления йогурта. Йогурт получается очень классный. Мы берем просто цельное молоко, добавляем закваску, ставим на определенное время в микроволновку, и ты с утра просыпаешься, у тебя классный йогурт. Поэтому на основе него мы будем делать соус. Мы сюда добавим что-то сейчас, правильно? Мы сейчас сюда добавим пудру. Это сахарная пудра с ванилью. У нас, помимо всего прочего, был заявлен еще жидкий центр или не центр. Что у нас с ним? Да, заявлял, не обманываю, точно был. Нам нужен шоколад. Емкость. Просто мы его ломаем. Здесь, наверное, граммов 50. Сколько в центре кекса должно быть жидкости? Немножко. И добавляем сюда масло. Сливочное. Сливочное масло для того, чтобы после растапливания шоколад не так быстро застывал. Да. И сейчас мы тоже это отправим в микроволновую печь. Да, для того, чтобы растопилось оно. Это уже выглядит потрясающе. Я не представляю, что будет в финале. Запахи и ароматы я вообще не комментирую. Я сейчас выну кексы из формы. Красиво их так по-авторски разломаю и буду подавать вместе с йогуртом, в который добавлена у нас ванильная пудра и, соответственно, растопленный шоколад, который будет являться жидким центром. Вы так мастерски разломали кексы. Уже такая красота, хочется попробовать. Нет, стоп, это еще не все. Нужно украсить. Это еще не красота, это да? Это еще не красота. Что же сейчас будет? Теперь у нас будет зелень, облепиха, малина, фисташки. Пожалуйста, смотри, какая идеальная подача. Здесь все цвета радуги, здесь сочно, вкусно, мягко. Ну, то есть, что я рассказываю, надо пробовать. Да, меньше слов, больше дела. Все вместе. Нужно, чтобы и йогурт попал, и да, кекс, и шоколад, собрала. И ягода. Все вместе. И поехали. В рот. Оп. Шикарно, это простой десерт, да? Из всех ингредиентов, которые есть дома. Просто немножко помощи и все. Василий, мне кажется, вы скромничаете, называя его ленивым. Потому что здесь подходит абсолютно другой эпитет, какой угодно, но не ленивый. Это очень нежно, это многогранно, здесь разные текстуры, здесь есть кислая нотка от малины, от облепихи, здесь есть какая-то очень тонкая, что-то очень тонкое от фисташки, и самое главное, это шоколад, 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 шоколад. Спасибо вам большое. На здоровье. Столько, столько похвал, я прям сам даже растерялся. Самое главное, что такой десерт создает настроение. Василий, спасибо вам большое за сегодняшний день, за рецепт, за идеи и за знакомство. От себя и от канала Bon Appétit выражаю вам благодарность. Вика, мне очень было приятно с вами познакомиться. Дорогие друзья, готовьте дома и не бойтесь экспериментировать. Друзья, с вами был Василий Емельяненко, Вика и канал Bon Appétit. До новых встреч. Пока.